Похищена картина Ивана Гайвазовского «Морской пейзаж в Крыму» из Кыргызского национального музея изобразительных искусств. О пропаже сообщили его сотрудники, которые сначала вели поиски самостоятельно. Однако усилия не принесли результата. Руководству музея пришлось обратиться в милицию. И, как сообщает пресс-служба Бишкекского управления внутренних дел, полотно известного русского мариниста, написанное в 1866 году, пропало еще 27 декабря. В этот вечер сотрудники Национального музея изобразительных искусств праздновали корпоративный новогодний вечер и разошлись поздно ночью. В музее оставался только сторож. Пропажу сотрудники обнаружили утром. После безуспешных поисков руководству пришлось придать дело огласке и заявить в милицию. Полотно находилось в художественном зале русских изобразительных искусств на втором этаже. По этой картине только работают только специалисты. То есть они простым обывателям эта даже картина не знакома. Они, если даже найдут, они даже внимания не обратят. В ходе следствия было установлено, что еще когда вот сам Айвазовский оставлял в качестве подарка своего данного вот эту картинку, это было в 1955 году, она стоила, вот эта картина стоила тем временем 10 000 рублями, еще советскими рублями.